Дурной запах и мутная вода в безымянном ручье – повод для беспокойства жителей деревни Бузланово. Дело в том, что артерия проходит через коттеджный поселок Елочка, дальше впадает в реку Липка, она же, в свою очередь, в Москву-реку, а там – питьевой водозабор. Жалобы здесь уже не первый год получаем, но руководство коттеджного поселка Елочка почему-то на них никаким образом не реагирует. У них хоть и есть очистные сооружения на территории, но либо они не функционируют так, как должны, либо что-то с ними не то. Что не так с очистными елочки, покажут пробы воды, говорит инспектор отдела экологии. Специалисты аккредитованной лаборатории Мосводоканала берут образцы сразу в двух точках. В безымянном ручье и реке Липка. Результаты анализа воды дадут почву для взыскания штрафа или снимут подозрения с елочки. К делу уже подключились специалисты Роспотребнадзора и Министерства экологии Московской области. Заключение лаборатории будет готово через пару дней.